Уважаемый Бажан Абдинович, уважаемые коллеги, действительно, паводка в обстановка в связи с быстрыми землетрясениями, обильными осадками в конце прошлой недели вызвали большой подъем уровня воды в реках и водохранилищах. На сегодня нарушена жизнедеятельность 52 населенных пунктов в 7 регионах. Это Карагандинская, Ахмолинская, Северо-Казахстанская, Кустанайская, Павлодарская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская областях, где подтоплено 1949 жилых домов. Подмыты 120 участков автомобильных дорог, 63 из них уже восстановлены. Наиболее сложная обстановка отмечается в Ахмолинской области, где подтоплены 893 дома в 26 населенных пунктах, эвакуированы 2418 человек. Крайне сложная ситуация в городе Атбасар. Здесь в результате резкого подъема воды в реке Жабай произошло разрушение построенной в прошлом году защитной дамбы и затоплены 269 жилых домов. Под угрозой потопления находится более 130 домов. На утро наблюдается спад воды на 40 сантиметров. Самое критическое было 6 метров 10 сантиметров. Утром вот 5 метров 70 сантиметров. В настоящее время по факту халатности допущенной при строительстве плотины мы возбудили уголовное дело, проведем расследование. В результате резкого увеличения объема сбросов из Астанийского водохранилища с 40 до 1200 кубометров в секунду, это в 30 раз больше, подтоплен один населенный пункт в Варшавинском районе Ахмолинской области. По городу Астана. Для предотвращения подтопления столицы и пригородных населенных пунктов начат перехват паводковых вод в Астанийский контррегулятор. Перехвачено 132 миллиона кубометров воды. Предельная норма у него 450. При сохранении повышенных сбросов из Астанийского водохранилища контррегулятор будет переполнен в течение 3 суток и возникнет угроза его прорыва. В связи с этим требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и ниже расположенные населенные пункты Ахмолинской области. Этот вопрос вчера и сегодня мы рассматривали вместе с Министерством сельского хозяйства и акимом города Астаны. Непростая ситуация складывается также в Карагандинской области. Здесь подтоплено 132 дома в 12 населенных пунктах. В трех районах объявлен режим чрезвычайной ситуации. Недостаточно свободных объемов в Самаркандском и Шурубай-Нуринских водохранилищах не позволило аккумулировать паводковую воду, что в свою очередь привело к необходимости проведения экстренных сбросов объемов более 2000 кубометров в секунду. В результате подтоплено 4 населенных пункта и возникла угроза другим поселкам, расположенным вдоль реки Нура. Это 27 поселков, из них 17 в Карагандинской области и 10 в Ахмолинской. Сейчас пик паводка приходится и в Северо-Казахстанской области. Уже подтоплено 259 домов в 6 населенных пунктах, зарегистрированы факты падежа 92 голов мелкого рогатого скота. А ситуация в городе Актюбе. Здесь из-за увеличения сброса воды в Актюбинское водохранилище с 420 до 540 кубометров в секунду произошел подъем уровня воды в реке Илек. В результате подтоплено 582 дачных домов, находящихся в пойме реки и устье реки. Эвакуировано 1510 человек. 16 апреля текущего года акимом города объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. В других регионах паводка ситуация относительно стабильна. Для ликвидации последствий паводка сейчас в работе на опасных участках задействовано более 3000 человек. Это спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и работники местных исполнительных органов. Задействовано 722 единиц техники. Выполнен значительный объем работы по экстренной инженерной защите. Возведены более 24 тысяч метров временных дамб. Значит, дополнительно в зону ЧС переброшены силы и средства с трех регионов. Это Астаны, Алматы и Жамбульской области, которыми укреплены спасательные группировки в Ахмолинской и Кустанайских областях. Полиция на местах обеспечит правопорядок во избежание мародерства. Всего по стране из зон подтопления эвакуировано 6 тысяч человек и в безопасные места отогнаны свыше 7 тысяч голов скота. Для оценки обстановки сегодня и вчера и сегодня будет производиться облет на вертолете. В ближайшие недели мы ожидаем осложнения ситуации в тех же Карагандинской и Ахмолинских областях в связи с прогнозированным повышением уровня воды в реках Нура, Исиль, Жабай и Калатун. Отдельно хотел бы сказать по Коксарайскому контррегулятору. Комитетом по водным ресурсам Минсельхоз забор воды был начат преждевременно, сейчас он заполнен на 95%. И в случае прихода повышенных расходов воды по реке Сырдарья с территории Узбекистана неизбежны масштабные подтопления населенных пунктов на территории южно-казахстанских и казахстанских областях.
В целом, вот обстановка сейчас у нас находится на контроле. Создан оперативный штаб, работает который в круглосуточном режиме. Доклад закончен. Спасибо. По Атбасарову. Сколько денег было выделено на строительство защитной дамбы? Кто подрядчик и кто принимал акты исполненных работ? 200 миллионов выделено местным исполнительным органам, они проводили работу. Мы сейчас возбудим дело, и подрядчик все будем проверять, расследовать. Экспертизы проведем по готовности этой дамбы.